Друзья, всем привет! И мы с вами сегодня обозрим огромную, просто огромную, тяжелую сумку с книжками. И угадайте с трех букв, из какого магазина? Ну, конечно же, из лабиринта. Я уже стала, наверное, постоянным клиентом, тем более большие скидки. А как любят писать мои постоянные, а также новые подписчики, да, я покупаю книги по скидкам. И нет, я не покупаю только скидочные книги, я покупаю книги, которые я действительно хотела прочитать, либо я пополняю свою коллекцию именно тех книг, которые для меня важны. А поскольку я люблю детективы, я покупаю детективы. Итак, начнем по порядку, так как их очень много, я просто буду доставать подряд. Детектив «Новый уровень», новая книга. Давайте вот так вот, наверное. Джулия Хиберлин «Бумажные призраки». Вот такая классненькая. Это в мою, собственно, коллекцию детектива нового. Детектив «Новый уровень». Я практически всю коллекцию уже собрала. Поэтому пополнение. Дальше новая книжечка Норы Робертс. Без срока давности. Новый детектив. Скоро к прочтению готовится. Так, у меня вперемешку все идет. Дот Хатчинсон. Сад бабочек. Здесь я, по-моему, взяла все три книги. Очень много отзывов буктюберов на эти книги, положительных. Многим нравится, такой а-ля маньяк. Я люблю такие книги, детективно-маньячные. Поэтому взяла все три, тем более они были по хорошей скидке. Вы знаете, я люблю скидки. Особенно в книгах, это вообще очень значительно, потому что когда книжка стоит 400 рублей, там 500 рублей, а ее продают на 100, 200, иногда даже на 300 рублей дешевле, это, мне кажется, надо брать. Так, детектив «Новый уровень», Луиза Дженсен, «Сестра». Тоже новая книга. Мне нравится вот это вот оформление, такое черная книга. И вот круг, как бы из тумана, вылезает картинка. А я конкретно эту серию собираю. Есть эти книги в другом оформлении, другой серии. Вот, поэтому мне нравится это. Я прям вот безумно балдею от этого оформления. Следующая книга. Сью Фортин. «Девушка, которая лгала». Тоже вот такая обалденная книжка. Мне прям оформление, у меня прет от этого оформления. Вот так, сейчас я немножко их утрамбую. Так, следующее. Дот Хатчинсон, «Дети лета». Вот такое. Видите, это обалденное оформление книги, вообще просто потрясное. Я вам сейчас для сравнения с белыми крыльями, да, крылья бабочки. А здесь крылья черные. Блин, прям вообще атас. Так, и дальше у нас Рут Уэйр. Кстати, помните, по-моему, было три книги уже ее. «Игра в ложь». Кстати, да, вот от автора супербестселлера «В темном-темном лесу», которая мне очень понравилась, я прям советую к прочтению, вот именно «В темном-темном лесу», прям потрясная книга. И «Девушка из каюты номер 10», тоже мне очень понравилась книга, такая запутанная, немножко там есть несколько нестыковок, но суть очень классная. Вот, и еще одна ее книга «Игра в ложь». Думаю, что тоже мне понравится, она классно пишет, оригинально. Вот, и оформление такое прям потрясное. Так, дальше. Это еще не все, это вообще еще не все. Дальше опять Нора Робертс. Впервые на русском издается, поэтому, кстати, вот
первую книгу, которую я ее купила в фикс-прайсе, там, когда открываешь, в самом начале был список всех произведений детективных. И вот именно этой книги не было в списке. Вот. И сейчас я так понимаю, что она впервые издается на русском, поэтому ее изначально в списке не было. Вот. Но это еще одна книга детективная конкретно. Опять 18+. Опять какие-нибудь откровения. Так, дальше. Дальше у нас вторая книга Кендери Блейк. Девушка из кошмаров. Помните, в прошлом году, я сейчас не могу достать, нет, Анна в кроваво-красном была. Так. И я увидела, что вторая книга есть, надо взять как продолжение. Все-таки там мне понравилось. Она такая, знаете, немножко, она не детективная вообще, она такая мистика. Ну, что-то вот мистика такая немножко, ну, про восставших из ада, про потусторонний мир, про привидений, вот тоже какой-то такой немножко, ну, интересный, запутанный сюжет, и, ну, почему бы нет, продолжение, там все-таки как-то все оборвалось очень неожиданно, и мне хочется, прям вот хотелось дальше какого-то продолжения, и вот оно продолжение. Так что буду читать, а потом вам расскажу. Обязательно, если все будет хорошо. И третья книга Дод Хатчинсон «Розы Майя». Вот такая потрясная. Вообще, наверное, самая красивая. Я не могу. Я балдею от этого оформления. Вот современные книги, это прям что-то с чем-то. Очень красиво делают. Очень красивые книги. Прям, ну, хочется и хочется на них смотреть. Прям потрясающие. Так, у меня тут еще были подарки, поскольку я очень много заказала. Так, сейчас. Ой. Поскольку очень много всего заказала, у меня еще были подарки на заказ. За этот заказ были подарки. Головой уже. Чу-чу. Так, в коллекцию детектив «Новый уровень». Аманда Рейнольдс «Слишком близко». Тоже оформление, прям вот это классно. Мне так, я обалдею. Так, следующее. «Анатомия скандала» от Сары Воин. Вот такая серия. Вот. И, собственно, из этой серии, из «Детектив Новый уровень», по-моему, вышло еще три новые книги, их сейчас в продаже нету, как только появится, я докуплю. И еще один детектив от Норы Робертс, это «Забирая жизни». Он еще запечатанный в пленке, я еще не открывала. Вот. Но хочу, знаете, чтобы все книги у меня были в твердой обложке. У меня есть две книги Норы Робертс в мягкой обложке. Они скоро выйдут в твердой обложке. Я думаю, может быть, купить. А те книжечки можно разыграть в конкурсе, как самые любимые. Но про конкурсы это отдельная история. Вот. Так, сейчас я посмотрю, что-то у меня здесь. Вот это еще. Джессика Фэллоус. Загадочные убийства. Вот такая книжечка. Она, по-моему, да, здесь двойная обложка. Удобно тем, что, например, когда читаешь, можно эту страничку завернуть как закладку. Например, там несколько страниц, хоп, сюда завернул, и при этом у тебя не портится книга. Ничего не заминается, ничего не заворачивается никуда. И с обратной стороны также. Очень классное оформление такое прям. Выглядит очень дорого. Вот. Дальше. Класть уже некуда.
Дальше, по-моему, я вот не помню, три книги или... Сейчас, подождите, у меня тут чек есть. Да, четыре книги были в подарок. Значит, первая книга. Все подарки я выбирала самостоятельно, то есть там ничего не навязывают. Есть определенный список книг, которые можно выбрать в подарок. Я выбрала. Роберт Беверли Хейл «Изображение человеческой фигуры. Мастер-классы». Вот такая книга огромная, она просто А4 формат. И здесь, не знаю, хотите, можем вместе ее полистать, ну, в отдельном видео. Здесь большие картинки, они черно-белые, но наглядно видно, как изображение фигуры происходит. Как правильно ее рисовать, да, карандашом, тушью, мягкими материалами, этапы работы. Вот, мне это очень нравится. Опять голос садится. Осталось три книжечки. Значит, ну, это книгу я просто ухватила чудом, а дальше уже выбор из того, что осталось, поскольку там в основном в подарок можно выбрать фантастику. Фантастику я не очень люблю, поэтому выбрала по отзывам. Так, от журнала Лиза «Добрые советы» была такая книга «52 легких способа жить в кайф». Вот, это для тех, у кого депрессия, наверное. Ну, в общем, прочитаю вам, расскажу, стоящая книга или нет. А дальше. Вот такая вот книга. Вам прописана сыворотка. Это вообще про сыворотку, про ее пользу, вред там, что она вообще из себя представляет. Ну, книжечка не толстая, в принципе, интересно. Сейчас повсеместно входит в моду продукты на сыворотке. И вот просто интересно в пользу вообще почитать, что она из себя представляет. И последняя книжечка, подарок. Какой-то научный метод. Вам мальчик или девочка, как выбрать пол будущего ребенка? Ну, это я выбрала так книжку, просто интересно. Почитать, действительно это так или нет. В общем, посмотрим. Может быть, это вообще все выдумка и вымышленные, надуманные вещи. А может быть, действительно так. Вот такой у меня огромный обзор. Все ссылочки на книги вы найдете внизу под видео в инфобоксе. И чек мой составил где-то 3800 рублей. И, соответственно, это с большой скидкой. Так все могло стоить раза в два дороже. Увидимся с вами в других видео, в следующих влогах, обзорах и так далее. Скучаю очень по всем и целую, обнимаю. Пока, мои любимки!